Ё-моё, у меня такой классный домик, просто замечательный, красивенький, прикольненький домик-бункер. Я так хотел поиграть в прятки, а Рита и Арина уехали в лагерь. Как же быть в прятки? Может, просто взять, позвать народ? Заорать, народ, приходи на прятки! И они придут, они попрячутся, я поищу, потом подарю приз 150 баксов. Кстати, если бы ты хотел тоже поучаствовать, давай-ка влепи лайк под этим видео за 3 секунды. 1, 2, 3. А я все-таки попробую поорать. Кстати, это все-таки новенькие. Сейчас на сервере есть, по-моему, 6 человек, и все они новенькие, кто еще в прятках ни разу не участвовал. Что ж, попробуем. Эй, Брухевен, есть кто в прятки? Приходи! Оба-на! Есть желающие! Ну что, друзья, смотрите. Давайте познакомимся. Меня зовут папа дочки, дочки в лагере, а у вас есть возможность спрятаться. Прячемся, как в реальной жизни. Можно становиться маленькими, большими, переодеваться в одежду, менять цвет кожи и прятаться вот в этом доме-бункере. Ну что, рыба-карась, игра началась. Бегите, прячьтесь. Фух, хоть какое-то сегодня будет развлечение. Они там попрячутся сейчас. А я пойду искать. Вот здорово будет. Да, ребят, кстати, не пропустите. Это прятки с подписчиками не последние. Будут еще и еще, потому что девочки уехали на 21 день в лагерь. Очень скучно и грустно. Ну ладно, все, я считаю. 1, 2. Я прям в стенку смотрю, смотрите, вообще я врос в стенку прям. 3, 4. Я ничего не вижу, ребят, я вообще ничего. Ой, выглянул. Так. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 122 345. Что-то я слишком долго считаю. Но прежде чем зайти, нужно сменить лицо. Одеваю себе вот такой глаз. Мега глаз на пол головы. Я смогу все увидеть. Все, просто все увидеть. И я иду искать. Ой, чуть не забыл, надо же еще уменьшиться ростом. Вот так подходит, все, иду, тути-тути, кто не спрятался, я не виноват, если ты не спрятался, я смотрю за тобой вот этим глазом. Заглянем сразу в кусты, в дерево, все, здесь никого нету, проверили, пробежимся снаружи, мало ли кто тут решит спрятаться прямо на улице. В этом дереве никого нет, в этом дереве никого, в этом никого. И последнее дерево уличное. А это не дерево, это антенна. В антенне тоже никого нету. Тогда заходим внутрь. Первое, кустики обязательно проверить. Все, я уже знаю. Ребята умеют прятаться так, что не найдет. Заходим сюда. Может, кто-то в кустах заныкался. Посмотрим, кто у нас в грядках. Здесь никого нет. Ага, никого нету. Ну тогда мы телепортируемся вниз. Все, телепортанулись и проверяем. Что-то я вижу тут. Что-то я вижу. Что-то я вижу, это просто пол я вижу. Не, никого нету, вот он я стою, никого здесь нету. В этом кустике не спрячешься, слишком он маленький. Заходим сюда, смотрим, и тут никого нету. Интересно, где же все спрятались? Здесь, это что такое? Это что за место такое? Ничего не понятно, это что там за место такое? Какая-то колонна? Может, в нее можно залезть? Непонятно. Ладно, проверим кустик. Кроме меня здесь никого нету. Ух ты, я кого-то вижу. А как туда залезть? Есть! Туки-туки, я не знаю, как ты туда залез? Все, я тебя... Вот секретное место, ребята, смотрите! Туки-туки, я нашел его. Вот это прикольно. А знаешь, а я бы ведь тебя не нашел. Ты стоял, у тебя рука снаружи торчала. Надо было четко по центру стоять. Офигеть, ребята, тут секретное место. Я о нем не знал. Офигеть, круто как. Туки-туки, все, выходи на улицу, жди, когда выйдут остальные. Проверим раковину сразу. Я знаю, тут умельцы есть прятаться. У меня дочка в прошлой серии спряталась, что не смог ее найти. Но сегодня здесь никого нету. Фух. Фух, блин. Ай, ребята, что такое? Опять тут уселся.
никого. Ладно, выходим. Кухня. Кто у нас в печку залез? Сюда никто не залез. А сюда? А вот сюда? А здесь? Никого. А в машинку? А в выжималку? Ух, ребят, смотрите, тут тоже какая-то секретная штука. Ничего себе. Вот эти мне прятки нравятся. То, что приходится обследовать дом полностью и находить какие-то интересные места. Не просто какие-то там, а прям интересненькие места, которые обычным способом не найдешь. А тут приходится все облазить. Все облазить и... Туки-туки! Я тебя нашел! Лежишь, загораешь, туки-туки, я тебя нашел, вторую. И может тут еще кто-то есть, сейчас я посмотрю. Нет, тут только мои ноги, больше никого нету. Вот, приходится такими способами. Это меня, друзья, это меня уже в предыдущих сериях натренировали, как искать. Потому что я не находил людей, а потом в конце всегда смотрим, кто как спрятался. И я уже более опытный искатель. Мы вниз, конечно, пойдем, но чуть попозже. Сначала обыщем весь дом. Заходим сюда. Бывает, что спрячутся еще вот так вот в кроватях. Все, общелкал. В кровати никого нет. Заглянем в цветок. В цветке никого нет. Шкаф. Секретный? Нет. Не секретный. Бункер. Не секретный. Телевизор. Телевизор. Не секретный. Так. Где же тут еще может кто-то быть? Может быть в этом кустике? Проверим. Нет, никого нету. Шкафчик. Кто в шкафу спрятался? Кто на кровать залез? На кровати никого. На этой кровати тоже никого. Прощелкал. Все. Мне кажется, здесь все, больше никто не спрятал. Кухню я все проверил. Видите, бардак оставил. Все открытое. Машинка, холодильники, микроволновки. Все пооткрывал. Все бросил. Все валяется просто. Ладно, бежим дальше искать какие-нибудь потайные места. Вот что-то вижу, но непонятно. Нет, вроде бы здесь ничего нет. А там вверху, интересно, можно было спрятаться или нет? Ладно, спускаемся в подвальчик. Ага! Кто тут у нас прячется? Попробую залезть в реактор. Под реактор. Здесь смотрим какие-то темные места. Ничего не понятно. Можно в реактор заходить, ребята. И есть! Туки-туки, девочка с голубенькими волосиками. Я тебя беру на руки, принимай. Мы сейчас увидим, кто ты. Вот. Сейчас она спряталась, конечно, не выглядит, как девочка с голубенькими волосиками. Но я тебя нашел. А тут, я как понял, еще есть секретные места. Сейчас, ребят, мы, получается, вот так отстраняюсь и могу смотреть сквозь. Это круто. Ага! Туки-туки! Беру тебя на руки. Это точно я тебя нашел. Да, туки-туки, я тебя нашел. Все, иди снаружи дома побудь, а мы ищем дальше. Кто же здесь? Интересно, что тут большая часть ребят попряталась в реакторе. А то, что тут радиация, вас вообще не пугает, что ли? Что тут сейчас получите какие-нибудь традиционные ожоги. И все. Так, смотрите, я зашел вот сквозь колонну вот эту, значит здесь, в принципе, можно было бы тоже спрятаться. Но здесь никого нету. Интересно. Ребята, я с вами сегодня одним глазом лихо всех нашел, но это правда новички? Это не старички, а новички, их было достаточно просто найти. Мне кажется, остался всего один человек спрятанный, но я попробую. Попробую его найти, чтобы было интереснее. Фишка на эти стеллажи невозможно запрыгивать, ребят. Невозможно ни залезть, ни запрыгнуть. Интересно тоже. Почему так? Заходим в оранжерею. Открываем. Может, кто-то сюда смог проникнуть? И сидит сейчас в кустиках и хихикает. Нет. Вроде в кустиках никого нету. А прыгаем. Каждый уголок. Вдруг куда-нибудь провалюсь. Ну что, идем наверх. Секретное место, которое я решил оставить напоследок. Потому что все могли бы там спрятаться. И это было бы очевидно, что там можно спрятаться. Поэтому я решил оставить напоследок. Все, телепортируемся вниз. Точнее, открываем секретное место. И смотрим. Смотрим. Вот деньги. Где? А что, в секретном месте никого нету? О, ребят, что-то сейчас произошло, видели?
Как это так? Это я, наверное, с помощью своего глаза так смотрю. Нифига себе. Вот это да. Смотрите, я прям сквозь все смотрю. Сквозь все здание. Вот это я глюк схватил, ребята. Это потому, что у меня один глаз, поэтому я так глючу сильно сейчас. Ребята, она сказала, что вижу рядом диван. Вот диван. Ладно, надо еще... Вот еще один диван. Посмотрим, может она где-то тут. Нет, где еще у нас диваны есть? Посмотрим, посмотрим. Здесь вроде нет диванов, внизу посмотрим. Внизу вообще диванов нету. Ладно, сейчас посмотрим, что она еще напишет. А, вот еще диван тут есть, или кровать. Вот кустик, может она в этом кустике сидит. Рядом с холодильником, вижу диван рядом с холодильником. Ребята, идем искать. Где-то тут холодильник и диван рядом, вот. Где-то тут она что ли спряталась? Так, ребята, давайте внимательно наблюдать. Я ее не нашел, она сейчас вылезет, а потом нам покажет, как она туда залезла. Давайте, смотрим внимательно, ребята, все сосредоточились. Сосредоточились, она сейчас вылезет. Давай, вылазь. Ага, а теперь залазь туда, где ты была. Ё-моё! Рита когда-то так пряталась, ё-моё, точно, ну-ка. Смотрите, реально, ну залезь, замри. Я мог ее найти легко вообще, просто тыкнув сюда. Даже не надо было сквозь структуру пролазить. Молодец! Ладно, запрыгивай на папа дочки, погнали дарить тебе подарки. Юху! Молодец, вот у нас, ребята, черненькая. У меня сидит на мне одноглазом девочка, которая победила сегодня. Привет, всем привет! Смотрите, победительница сидит у меня на голове. Она сегодня победила в прятках, это реально, ребят, новый человек. Она еще ни разу не играла, ни разу не побеждала, так что она получает приз 150 рубаксов. Вот она, эта девочка. И мы отправляем 150 робуксов. Пи-пи-пи, улетели. Друзья, поздравляем нашу черненькую победительницу. Это оказалась девочка Аня, которая ни разу не играла в прятках. И сегодня ей удалось, вот она красивая. И сегодня ей удалось победить в прятках Брукхевен на канале Папа и Дочки. Поэтому тоже подписывайтесь на канал, ставьте лайк, приходите к нам и участвуйте в прятках. А пока не участвуйте, ищите секретные места. Видите, я за вами наблюдаю одним глазом. Ищите секретные места, чтобы потом легко спрятаться. С вами был канал Папа и Дочки. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.